На первый взгляд, это обычный сарай, но только загляните внутрь, и вы ахнете от изумления. Один из жителей техасского города Маккини довольно оригинально подошел к созданию собственного жилища. Он обратился в строительную фирму Morton Buildings с очень эксцентричным заказом. Мужчина захотел, чтобы снаружи его дом казался обычной хозяйственной постройкой, но внутри решил обустроить жилье как можно более роскошно. Выслушав клиента, работники фирмы максимально точно выполнили его заказ. И вот что у них получилось в итоге. Внешне дом напоминает обычный ангар. Можно подумать, что это какая-то конюшня или зернохранилище. Ведь у здания нет даже окон, да и территория вокруг совсем не ухожена. Даже дорога к нему не заасфальтирована, а просто усыпана щебнем. Лишь обойдя строение вокруг, замечаешь признаки постоянного проживания людей. С обратной стороны ангара есть не только окна, но и кондиционеры, а также спутниковые антенны. Невзирая на это, дом все равно не производит впечатления. Но стоит лишь переступить порог, как мнение резко меняется. Внутри этот дом просто шикарен. Прямо с порога гости попадают в огромную гостиную. Здесь первым делом обращает на себя внимание громадный экран, окруженный комфортными креслами для удобного просмотра фильмов. В другом конце гостиной расположен обеденный стол и барная стойка. Интерьер дома выдает в его владельце 100% техасца. Стены увешаны охотничьими трофеями, а деревянная отделка навевает воспоминания о ковбойских фильмах. В доме есть и второй этаж, на который можно подняться по широкой деревянной лестнице. Впрочем, верхний ярус трудно назвать полноценным этажом. Скорее, это галерея, которая опоясывает гостиную и ведет к спальне и еще нескольким комнатам. Поделись мыслями по этому поводу в комментариях под видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Увидимся!